И вот очередной пожар на промышленной территории в Барнауле. Горит склад готовой продукции завода «Консиб». По неофициальным данным, там погиб один человек. Эти кадры мы получили от мобильного репортера. Сейчас огонь уже потушен. На месте ЧП проводится работа по проливке сгоревших конструкций и разбору завалов. Сама площадь горения достигла 500 квадратных метров. Завод «Консиб» производит пластиковые окна. И на складе готовой продукции, которая загорелась, скорее всего, именно они и находились. Понятно, почему такие большие клубы черного дыма мы видим в барнаульском небе. Пластик горит очень быстро. Ну и кроме того, там же, напомню, находится и другой еще один завод. «Молочная сказка» называется он. Местные жители переполошились и видели они практически из любой точки города такой черный дым в небе. Причину возгорания сейчас выясняют следователи. Кстати, как мы уже напомнили, в этом же заводе сейчас ведутся работы по локализации возможности возгорания и на соседнем производстве.